Ну, была тяжелая игра ввиду погодных условий. В принципе, мы выполнили установку тренера. То, что он от нас требовал, мы все сделали. Забили гол первыми и в конце первого тайма удвоили свое преимущество. В принципе, нам это очень помогло в плане психологии. Ну, из-за того, что погода тяжело где-то, все равно у нас сказывается. Ну и второй тайм тоже нам тренер раздевалки указал там наши ошибки, подсказал, где нам правильно перестроиться, играть. И старались играть свою игру, не садиться, а встречать их, на их не было ни боли. Все равно играть в свой футбол, свою игру, создавать моменты и стараться еще удваивать свое преимущество, драйв и так далее. Ну, слава богу, что выиграли, все очень довольны, рады, идем дальше. Показалось, что сегодня наша команда не позволила создавать моменты, не позволила владеть преимуществом. Вот как ты считаешь, за счет чего это стало возможно? Ну, я считаю, за счет тренерской установки, за то, что они делают план на игру, и мы стараемся его выполнить. Мы с первых минут старались встречать в средней зоне, где-то прессинговать и старались нагнетать, играть свою, опять же, такие игру, создавать моменты. Ну, я считаю, за счет вот то, что стараемся играть плотно, один в один, агрессивно, и там их прессинговать, за счет этого мы не даем сопернику моменты создавать. Погодные условия, как сегодня прочувствовал, в принципе, эту жару во время матча, насколько было чувствительно? Ну, в принципе, так, конечно, но чувствуется все-таки, это, наверное, самая жаркая игра, можно сказать, в этом чемпионате была, так что, конечно, где-то тяжело. Еще раз повторюсь, хорошо, что мы первые забили и в конце удвоили свое преимущество, наверное, за счет этого нам было чуть легче во втором тайме играть, потому что, ну, им нужно было что-то выдумывать, создавать, а мы уже где-то играли по счету, можно так сказать, то есть нам чуть было легче из-за этого.